повестке дня 8 вопросов. Депутаты городского совета сегодня единогласно утвердили ряд нормативных документов, привели их в соответствие с действующим федеральным законодательством и внесли поправки в бюджет этого года. Внесли изменения народные избранники в порядок формирования жилищного фонда социального использования. С 2015 года наименование муниципального образования в соответствии с уставом принято городской округ Серпухов Московской области, а также уполномоченный орган от имени муниципалитета, который вправе заключать договоры по предоставлению жилых помещений социального использования, является муниципальное казенное учреждение отдел учета и распределения жилой площади. До этого отдел учета и распределения жилой площади входил в структуру администрации городского округа. В связи с этим связаны изменения в существующий порядок. Иных изменений в порядке не предусмотрено. Депутаты на заседании приняли и положение о муниципально-частном партнерстве в городском округе Серпухов. Этот документ – новая форма поддержки инвесторов и привлечения их на взаимовыгодных условиях. Положение определяет круг лиц, которые могут быть участниками муниципально-частного партнерства, перечень объектов, которые могут быть предметом данного партнерства, и порядок заключения договоров. На заседании депутаты приняли решение освободить муниципальное предприятие «Серпуховская теплосеть» от перечисления в городской бюджет части чистой прибыли за 2017 год. Остальные основные характеристики бюджета оставлены без изменений. Предлагаемые изменения не повлияют на объемы доходной части городского бюджета в связи с отсутствием запланированных доходов на 2018 год по доходному источнику, предполагающему перечисление части чистой прибыли. Кроме того, на заседании депутаты заслушали доклад начальника межмуниципального управления МВД России Серпуховская Валерия Пучкова об уровне преступности и раскрываемости уголовных дел. А депутат Московской областной думы Роман Горбунов поведал коллегам о результатах работы думы за прошедший год.